Любые технологии нужно развивать. Это особенность человека. Нельзя идти против своей природы. Но технологии продления жизни не должны быть уделом сверхбогатых или сверхвлиятельных людей. Они должны быть доступны всем или почти всем. Это принципиально важно. Жизнь не должна быть привилегией. Если мы это простое правило будем выполнять, у нас не будет никаких проблем с этикой и никаких проблем с религией. Конечно, всегда есть исключения. Президента страны лечат не так, как нас с вами. Папу Римского тоже не лечат не так, как нас с вами. Это неизбежно. Но на следующем шаге, кроме отдельных людей, эти технологии должны быть общедоступными или недоступными никому.